Четыре машинки представляют. Сегодня 1 сентября. Машинки, нужно собрать школьный рюкзак. Вы знаете, что берут в школу? Зеленая машинка поехала искать ручку и линейку. Ой, осторожнее! Вот ручка. А это линейка. Красная машинка нашла тетради. Желтая машинка нашла краски. Лопатка в школе не пригодится. Синяя машинка, ищи внимательнее. Да, это циркуль. Бери его скорее. А теперь положим все в школьный рюкзак. Линейка и ручка. Тетради. Краски. И циркуль. Поехали в школу. Четыре машинки представляют. Две машинки играют в футбол на детской площадке. Ой, мячик улетел в бассейн с шариками. Доставай его, желтая машинка. Не можешь проехать. Поможем? Может быть, сделать мостик из кубиков? А лучше собрать мост из пазлов. Ого!
Красная машинка нашла целых 2 кусочка пазла. Зеленая машинка, ищи пазлы. Молодец! А желтая машинка найдет кусочек? Да! Молодцы! Пора собирать мост! Готово! Мы достали футбольный мячик. Можно снова играть! 4 машинки представляют! Это 4 машинки. Они переезжают через дорогу. Машинки, заезжайте наверх. Это старт гоночной трассы. Трасса похожа на длинный бассейн с шариками. А еще на ней много препятствий. Хотите по такой поехать? Тогда вперед! Подпрыгивайте! Заезжайте на платформы! Осторожно! Тот, кто упал, должен ехать сначала. Теперь нужно проехать через круг. И смотри, попасть мячиком в кольцо. Это сложно, правда? Едем по движущимся полосам. И финиш! Молодцы! Красная машинка заняла 3-е место. Желтая и синяя – 2-е. Зеленая машинка – 1-е место. Хорошая была гонка. Четыре машинки представляют. Четыре машинки. Куда вы едете? Здесь подъемный кран собирает пирамиду. Но ему не хватает деталей. Нужны большие колечки. Синее, зеленое и желтое. А еще красная верхушка пирамиды.
Все эти детали делают здесь. Синее колечко. Зеленое колечко. Желтое колечко. Красная верхушка пирамиды. Подъемный кран. Машинки привезли все детали. Пирамидка готова.